Энцефалит и его профилактика – важнейшие темы весенней и летней периода для любителей активного отдыха на природе. Клещи, переносящие заболевания, прекрасно себя чувствуют не только за городом, но и в полосах озеленения, парках, скверах и аллеях крупнонаселенных мегаполисов. Укус маленького насекомого может привести к лихорадке, интоксикации и поражению центральной нервной системы. Если прививка не сделана по каким-то причинам, там медотводы или еще что-то есть, отказы, не все любят прививки делать, то во время эпидсезона, то есть начиная с 1 апреля по 1 ноября, нужно предохраняться от клеща, выходя в садовые участки, в парки, в леса. Это значит, нужно одеться так, чтобы все части тела были закрыты. Город Казань и Республика Татарстан являются эндемичной зоной по клещевому энцефалиту. Это значит, что для этой местности характерно данное заболевание. Вакцинация необходима всем любителям летних прогулок по паркам и зонам отдыха, а также студентам, отправляющимся в стройотряды или на полевые практики. Вакцинация проводится двукратно с интервалом месяц и дальше через год. Если уже была ранее вакцинация проведена, то достаточно раз в 3 года делать ревакцинацию, то есть одну прививку еще раз. Иммунизация в университетской клинике КФУ осуществляется вакциной клещ-ЭВАК. За подробной информацией о прививках можно обращаться по телефону 233-30-22. Даже если человек привит, но клещ его все-таки укусил, ему все равно нужно обратиться к медицинским работникам. Лучше избегать самостоятельного удаления насекомого. При неправильной процедуре на месте укуса могут остаться части клеща. Извлеченное насекомое необходимо принести в лабораторию для исследования. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.